Вчера были подведены итоги республиканского конкурса видеороликов «Этот город – самый лучший город на Земле». На этот раз церемония награждения призеров проходила не в Донецке, как это обычно бывает, а в Харцизске, поскольку инициатива проведения конкурса принадлежит именно отделу по делам молодежи администрации Харцизска. На суд жюри республиканского конкурса видеороликов было подано 36 работ. 20 коллективных и 16 индивидуальных. Конечно, далеко не все фильмы отличались уникальными идеями. Как бы то ни было, начинающие Спилберги постарались реализовать свой творческий потенциал. Во всяком случае, им удалось продемонстрировать любовь к родному городу. Очень хочется, чтобы дальше молодежь была такая же активная, творческая, чтобы потенциал нашей республики рос. Это не просто слова, поверьте, я сама еще молода духом настолько, что я готова принимать участие во всех конкурсах, которые мы тоже проводим. Неважно, где бы вы находились на Земле, все равно ваш город, он останется вашим единственным родным городом на Земле. Призовые места среди коллективных работ распределились следующим образом. Третье место жюри присудило творческому тандему из Горловки. Девушки в своем видеоролике рассказали о любви к родному городу. Место отдыха чистой души, маленький мир, обитель степная. Знай, счастье рождается в этой степи, и не найти в мире лучшего рая. Второе место завоевала Макеевская студия ТВ. Ребята решили слегка усовершенствовать достопримечательности своего города. Виртуально, разумеется. Первое место досталось команде по скриптум из Зугреса. Свой ролик о городе энергетиков парни сняли как бы от первого лица человека, который после операции обрел зрение. Мы снимали на полупрофессиональный фотоаппарат, и для того, чтобы съемки получились от первого лица, моему другу мы закрепили фотоаппарат в области лба, привязали. И он был таким огромным, и было немного неудобно снимать, и я ходил за ним и управлял. Показывал, что делать, и как брать, и все остальное. Это было немного нелепо, смешно. Но... Также организаторы конкурса наградили авторов индивидуальных работ. Третье место досталось макеевчанину, второе – жителю Докучаевска. Победительницей была объявлена Валерия Волкова из Горловки.